Прошу вас, майор. Так вот, как всегда, около часа ночи я расстался с женой, предварительно поговорив с ней несколько минут. Я всегда, перед тем, как ехать к Арине, разговариваю с ней несколько минут. Она хоть и глуха, как тетерев, но я по глазам вижу, что ей это приятно. Итак, приезжаю к Арине, вхожу тихо, элегантно, без шума. Открываю дверь и вижу. Внимательно. Карина. Так. Флоридор. Так. Но этот музыкантишка у ее ног. Я сзади. Огонь! По тылам! Молодец, я бью его по тылам.